Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму The Last Dragon. Собственно, нам нужно вернуть меч и поговорить с Деймоном. Я не помню, где это все, потому что в последней серии я был уже слегка уставший. Но я помню, что Деймон этот, собственно, где-то тут обитает недалеко. Чего? А мох? Где-то здесь он должен быть. Только я не помню уже конкретно где. Так, отсюда я пришел. Где-то он здесь был. Определенно. Где же ты, черт? Потерял я Деймона, походу. А вот, собственно. Правильно я таки пришел. А вот, вот и ты. Как же я рад, что я не один на этом острове. Ну что, королева Сирен мертва, но твой товарищ при этом был уже мертв. Черт его за ногу. Я потерял на этом острове верных людей и отличных товарищей. Надеюсь, эта тварь канула в обливион навсегда. Надеюсь. Не знаю, как тебя и благодарить. Я бы обнял тебя, но от меня воняет, и у меня полно вшей. Не хочу больше оставаться здесь ни минуты. Я хочу побыстрее увидеть отца. Увидимся на корабле. Я твой вечный должник. Собственно, когда я пересматривал серию, там у меня было много затупов, но, собственно, в основном они были, потому что я читал не то, что было написано. Там «Танец в огне», не «Танец во тьме», как я говорил, ну и прочие такие вот оговорки. Но также я увидел, что на локальной карте там была куча дверей. Вот, собственно, где-то в области руин. Давайте как раз-таки там и посмотрим, потому что, ну вот, дом, башня, не подписано, склад. Тут должен быть, по идее, где-то... Господи Иисусе. Храм. Храм, к которому мне выдали ключ. Может быть, это не здесь, конечно, но тем не менее... Нужно вернуть меч. Нужно получить ключ. Нужно идти к храму. А где, собственно, храм? Да хер его поймешь. Может, я просто еще здесь не бывал? Тогда я, собственно, храм найти и не могу, но это вряд ли. Кораблики развалены полностью. Где же чертов храм? Ну, судя по карте, мне нужно развернуться на 360 градусов и идти где-то в ту сторону. И может быть, я там найду, собственно, храм. Потому что, как вы поняли, маркеров на карте совершенно никаких нету. И куда идти, не вполне понятно. Ну да ладно. Думаю, как-нибудь мы с этим справимся. Понасадили, блять, тут этой конопли, хер пройдешь. Не, на самом деле я осознаю, что это подобие бамбука, но оно очень похоже на коноплю. Дом. Мне с тобой не справиться. Хватит! Я сдаюсь! Вот растяпа. А что со светом? Да? Я так понял, тебе тут норм, да? Ну, со светом тут явно какие-то проблемы. Да.
Но он со мной нужно разговаривать что-то. Не хочет. Что тут есть? О, безупречная. Это хорошо. Карманная кража. То есть теперь я могу заходить во все двери, да? Так это ж хорошо. Так, теперь давайте-ка заглянем сюда. Такое чувство, что тут жили двеймеры. Ну, это постройки в их стиле. Но то, что тут после них жил кто-то иной и жравший эти хвосты злокрысов, хвосты злокрысов, это, конечно, удручает. Так. Невозможно. Обидно, досадно. Ну и хер бы с ним. Меч страха. Тут все завалено. Где-то тут был склад еще. Хотя, по-моему, в него зайти тоже так просто нельзя. Да, сюда не зайти. И сюда не зайти, потому что нужен ключ. Где его брать, непонятно. Ладно, давайте еще посмотрим на карту, может быть. Так, склад в башне я был. Дом, дом, дом. Может, в один дом я таки и не зашел, но да пофигу. Святилище был. Я получил ключ, нужно идти к храму. Подождите, надо кое-что проверить. Госпожа будет. Госпожа будет. Собственно, я понял, что нужно этих сирен осматривать, ибо у них могут находиться ключи. Еще одного пацана мы нашли. Буду собирать все ключи, потому что, ну, хер его знает, какой из них нужный, а какой из них не нужный. Они не подписаны. Ладно, пойдем дальше. Я просто, собственно, забрал ключ у одной из сирен и вот зашел в это строение напротив склада. И оно, оказывается, открылось. Ну, может, и склад теперь откроется? Именно. Просто скелет. Вообще никоим образом не похоже на склад. Ну ладно. Наилучшее возьмем. Что тут еще-то? Великий камень душ пустой. Бесполезная херня. Да. На склад вообще никоим образом не похоже. Житель. Нарслика. Собственно, похоже, что это все. Я довольно долго шатался вот по окрестностям. Я проверил еще раз каждый дом. Зашел еще раз в башню, но ничего такого, собственно, чтобы мне могло помочь, я не нашел. Также нужно найти всех людей Дэймона. Я тоже троих, по-моему, нашел. Собственно, двое из них мертвые, один из них там никак не реагировал на меня. Собственно, давайте двигаться к пирсу. Там еще посмотрим. Вот это вот что-то непонятное. Что с этим алтарем можно сделать, я
тоже пока что-то не выкупаю. Тут, по-моему, еще книжка лежала раньше. Ну да ладно. Эти места я все обходил. Тут ни дверей никаких на карте отмеченных не было. Поэтому черт его знает, куда идти дальше. В принципе, основной квест у меня тут выполнен. То есть я могу возвращаться на корабль. Ну, я даже не знаю. Давайте-ка я еще раз пробегусь. О, вот эти вот парни, короче, которых я должен был отпустить, тоже они в квесте не отметились почему-то. Тоже никак на меня не реагируют. Обосновались в этом лагере. Вот. Давайте занырнем, посмотрим. Ага. Под текстуры заплывем, почему бы и нет, да? Неплохая идея. Но тут, судя по всему, ничего такого нет. Течение сильное. По карте тут ничего не определилось. Давайте-ка еще туда сплаваем. Вот к тому кораблику. И, пожалуй, наверное, будем возвращаться. Потому что, ну, банально, я больше не знаю, куда тут можно пойти. Отметок на карте тут всего несколько. А все двери на локальной карте я осмотрел, которые у меня были найдены. Поэтому куда идти дальше, я что-то как-то не выкупаю. Я там видел еще один мост по пути. Собственно, когда уже пересматривал свою запись, если мне удастся его сейчас найти, то я туда просто вылечу при помощи консольной команды. Но если же мы его не найдем, то так и будет. Так. Не сюда. Опять же склад. Но я даже не знаю. Куда, в принципе, тут можно еще сходить. Вот там вот вроде что-то такое, да? Угу, угу, угу. Вот вроде этот мост. И вот подъем куда-то туда. Вроде это он. Но тоже, как на него попасть, я что-то не знаю. Поэтому давайте-ка я его осмотрю. Вот так вот. А с той стороны моста что? Ничего. Невидимая стена. Ладно. Давайте-ка посмотрим, что это за дверь. Ага, значит, она тоже не отмечена. А это что? Ну, просто интересно. Это аналог маяка, ясно, понятно. Ну что ж. Все, собственно, что мог, я уже осмотрел. Надо возвращаться на корабль. Да, эти двери не отметились. Ладно, возвращаемся. Хоть бы, блин, основные макросы отметили, что ли. Твой сын вернулся? Черт возьми, как же я счастлив! Дэймон все рассказал, не надо же! Сирены, дейдры, духи. Кто бы мог подумать? Нет тех слов и сокровищ, которыми бы я мог отблагодарить тебя, друг. Да забей. Ведь жизнь моего сына для меня бесценна. Мой корабль и команда в твоем распоряжении. Я бы на твоем месте не торопился покидать остров. Подождем, пока улягутся бури. Не хочу
после всего стать лишь кормом для рыб. Остров Сирен выполнен. Здорово. Как же я рад, что я не один на этом острове. То есть это уже просто обычные матросы. Еще бы парочку волков сюда и будет настоящий Харис. Можешь не вспоминать географию Тамриэля, ты такой остров не знаешь. Если честно, то я хотел отправиться с тобой на разведку, но капитан сказал, что мои способности пригодятся здесь. Так что желаю удачи. Ну, ладно. Тогда я уже пойду. Сходил. В принципе, на разведку-то. Ну ты косой вообще. Да. Ладно, чё, какие у нас еще остались-то квестяки? Вот хотя бы главные маркеры бы оставили, вот. Или хотя бы описание добавили. Ну, блин, это очень тупо. На южном побережье, твою мать. Издеваетесь, да? Вернуть фамильный меч капитану Леону. А тут вообще какой-то меч другой. Короче, непонятно. Пойду я в каюту, если меня пустят. Хорошо, вроде пускают. Темно тут, конечно, как в заднице. Ну да ладно. Что, блин, со светом случилось? Вот это еще не могу понять до конца. Дорогу. Что за спешка? Мать твою. Че там, мы вернулись уже или что? О, бухта. Ну, что теперь? Напьюсь как следует. Дэймон наверняка захочет с тобой встретиться в плавучей таверне. А, лады. Сгоняю туда. Фу, проклятый черный рынок. Нет, не пойду. Так, ну давайте-ка сходим в плавучую таверну. Тут мой... Реклинг отдыхает. Хорошо, что я немножко запомнил уже, с чего состоит этот сраный... эта сраная бухта. Теперь хоть знаю, куда идти. Так. Пират... Тут этот бухарь по-прежнему валяется. Да. Да? Да. Вы только посмотрите. Убийца сирен собственной персоной. Вы да. Только посмотрите. Скоро я отправлюсь в странствие с новой командой. И все благодаря тебе, друг. То есть, это все, что ты хотел мне сказать, да? Скоро я отправлюсь в странствие с новой командой. Эх, ладно. И все благодаря тебе, друг. Что тебе нужно, имперец? Лея. Кстати, а кого ты охраняешь? Нужно что-то? Микки испорченный. Кто такая Камила? Тебе о, Леон. Что-то нужно? Где находится Грегор? Да я уже это спрашивал. Деймонд. Это мразь. Скоро я отправлюсь в странствие с новой командой. Если чего ты хочешь, то надо это брать. С понимаешь? Тобой я тоже вроде бы говорил, так этот тупой проповедник там. Да. Вроде все. Да. Да, и ты, старый морской волк, тоже здесь. А внизу... Зритель и пьяные бойцы. Да? Собственно, куда идти дальше, я не знаю. Поэтому наверняка поплыву на остров Нирн. Не знаю, вот как кого, но меня вот то, что в описании нету хотя бы куда идти,
это просто идиотизм. То есть я уже молчу про маркеры, да? Тут тупо не написано, куда идти. Тулака. Кто такой? Что? О чем? Кто такой Тулака? Куда идти? Зачем ему возвращать этот меч? Хер просышь. Тут вот нашел ключ. Ну, я помню, кто мне его дал, да, допустим. Что это было на острове Нир. Но там нету никакого храма. Причем ключ он мне дал, по-моему, от вот той локации, где я был. Нарслик. Но там я не нашел никакого храма. Я облазил все. Вот тут вот. Убить предателя на южном побережье. Капитан Леон просит меня вернуть его фамильный меч. Где это, сука? Никто не знает. Ладно. Поплывем, пожалуй, на остров Нирн. Это единственное место, которое я, в принципе, ну, думаю, что мне туда. Мне нужно искать рынок. На рынке живет тот чувак, который, собственно, перевозит. Так, это не сюда. Вот сюда. Отличная погодка, не правда ли? Как раз олицетворяет жизнь пирата. Тина. А, это ты, капитан. Почему ты голышом-то? Перевези меня. Сказано, сделано. 20 септимов, пожалуйста. Ладно, ладно, держи. Отправляемся. Так, собственно, остров Нирн. Этот чувачок тут по-прежнему валяется. На тот корабль не подняться. Кто ж тут еще есть из таких вот... Сидел бы сейчас в плавучей таверне. Персонажей. Попивал теплого рома. А, черт. По-моему, обычные рабы. Стражники. Ты должно быть сумасшедший, раз пришел сюда по доброй воле. Расскажи про это место. А что рассказывать? Тут сыро, грязно. Сидишь и охраняешь тупых рабочих. Хоть бы стая волков напала. Да уже нападала, я... Что ты забыл в этой дыре? Еле отбился. А? Ну как еле. Просто отбился, да и все. Дом Билли. Я так понял, мне лучше выйти из этого проклятого места. Дверь. Обычная дверь. Куда ведет, непонятно. И вот это вот тоже очень остроумно, короче, прописали полный переход смены локации ради того, чтобы вот ее можно было вот так перепрыгнуть. Кайф. Собственно, есть тут еще несколько интересных мест, которые я бы хотел обследовать. Вот от таинственной пещеры есть какой-то переход. Вход в ущелье, северный разлом, забытый лес. Я догадываюсь, что эти места могут быть квестовыми. Ну да ладно. Просто мне некуда больше идти. Так, это пещера реклингов. Та, которая таинственная. Оба-на. Это корабль там, что ли? Прикольно. Бляха-муха, тут что, дно было? Но этого просто быть не может. Скорее всего, их ураганом сюда накидало. Вместе с деревьями. А место-то стрёмное. Ладно, пойдем. Не ссать. Врагов тут нет. Вход в ущелье. Вход в каньон там какой-то. Ладно, давайте тут пошаримся. Вообще непонятно, что я тут делаю на самом деле, но... Опять медведь. Где он, правда, непонятно. Наверное, где-то за этим. А вот он.
пещерный. По логике, где-то тут должна быть пещера. Это что за свет такой? О! Сприганы. Клинок, переживший века. Забрали. Что за клинок такой? Так, клинок, переживший века. Поглощает 25 единиц запаса сил. Бред. Абсолютный. Пока уникальных зачарований не нашел, и это плохо. Ты больше шума издаешь, чем... О, господи, ладно. Сундук какой-то. О, микстура сопротивления электричеству. Это полезно. Чувствую, в ту пещеру... Не. Чувствую, в ту пещеру мне просто так не попасть. Но тут надо идти отдельно. Да ладно, уже туда пока переться не буду. Схожу сюда куда-то. Так, что же это за место? Что тут случилось? Тут корни как от этого великого древа. Помните, был такой квест в оригинальном Скайриме, где надо было сок древа, древо жизни или как-то так собрать. Блин, прикольное место. И там, походу, большой-большой водопад. Ну, не такой уж и большой, как оказалось, но все равно водопад. Где они там беснуются? Оп. Блин, что за дерево так поросло? Спокойной ночи. Можно было и так обойти, конечно. А почему у меня маркер не остался? Непонятно. Капец, тут что, вылезти нельзя? Что за бред? Да ты гонишь. Что за ерунда-то? Кстати, вот это дерево вроде бы. Но какое-то оно не очень рабочее. То есть не очень цветущее. По-моему, такое же в White Runner росло. Северный разлом. Непонятно, что за разлом. Блин. Ну, в любом случае, облажу лучше это место. Может быть... Попаду на какой-то квест. Потому что куда идти, пока что, собственно, я не выкупаю. Ну, если я, конечно, так и не найду до конца серии, куда мне идти, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я слышу... А... Я слышал крики. Но куда они шарашили, непонятно. Так. Это что такое? Ну. Алтарь Талоса. Крепость оковирцев. Тебя настигнет смерть. Что-то как-то не настигло. Да? Это крепость оковирцев.
Но входа я в нее не вижу. Да как и метки тоже. Сейчас попробую обойти ее, посмотреть. Может, тут все-таки какие-то двери есть. Но, судя по всему, нет. Просто крепость. Причем давным-давно забытая. Только лишь призраки охраняют ее и по сей день. Да, ни хрена тут нету. Ладно. Нужно идти вот так вот вдоль долины. Бестолковое место. А чё там вообще? Куда это ведет дорога? А, обратно. То есть я прошел вот так вот сквозь водопад, а можно было пройти по земле. Ну, понятно. Поэтому и они так криво на меня среагировали. Потому что ожидали, что я приду с той стороны. Понятно. Что ж, пойдем сюда. Сундук посреди леса. Ой. Забытый лес. Это название не совсем ему подходит. Я бы назвал его мертвым лесом. Саблезубы. Медведи, саблезубы. Сука. О, опять анимация поломалась. Хватит дергаться. Все. Все, убил. Красавчик, молодец. Попустила? Хорошо. Что это за место вообще? Почему тут столько зверей? Ни одного спрейгана. Забытый лес. Скелеты. Это уже нордское какое-то захоронение, скорее всего. А что это за крепость? Хотя нет. Плиты похожи на акавирские. Хрен его знает. Что за место такое? Ну, вроде как пробился. Прикольный у тебя нож, конечно. Такс. Вообще ни о чем, то есть. Ни квеста, ни какого-то подземелья. Я ничего тут не вижу. Ладно. Допустим. Что ж, двигаем в сторону тогда до прохода Талоса, или как он там. Как он там назывался? О, еще одна постройка в каверском стиле. Хорошо, но... Двери. Храм Повелителя Земли. О, это уже что-то. Но это никак не смахивает на храм Ноктюрнал, который я ищу. Ну, может быть, меня сюда пустят? Давайте-ка попробуем. Не, нихера. Я мог бы его открыть анлоком, но это не то, что мне нужно, собственно. Скорее всего, там будет какой-то квест. Ебать, как там темно и страшно. Не, не хочу. А, ну мне отсюда не выбраться по-другому, да? Да вы гоните. Да не может быть такого. То есть реально пути назад нет? Да не гони. Не может быть такого. Капец.
Я чё, застряну в этой сраной... Не, все нормально. Ладно, пойдем дальше. Там капец, как что-то мне аж стрёмно стало. Когда я начал спускаться в эту дырень. Вот это называется такой, знаете, подсознательный страх неизведанного. Ох. Мост. Мост этот, ведущий в закрытое какое-то место, то есть в тупик. Давайте посмотрим, может там тоже какой-то храм. Ага. Даже похоже не на храм, а на какую-то кузницу. Как тебе? Не Херсим ли случайно? Я забыл уже, как этого дейдрического принца зовут. Это поселение орков. Но тут опять же нифига нет. Благословенная орчья секира. Да не, не нужно. Там точно нету никаких проходов там, ни дверей. Нифига. Ладно. Наверное, эту серию я назову «Разведка острова Нирн». Потому что, ну, собственно, ничего такого полезного я прям тут найти не могу. Квестов тут, соответственно, тоже нету. Просто шатаюсь по локациям. Без толку. Ладно. Авось да что-то найду интересное. То есть все эти постройки, они, конечно, уникальны и в каком-то роде интересны, но это бесцельно. Это мне напоминает тот же Обливион, потому что вот если в Скайриме можно было зайти в подземелье, в любое, в рандомное подземелье, да, и начать квест, и поэтому было интересно исследование этого мира, то здесь же... То есть именно в этом квесте этого исследования нет. То есть я просто шатаюсь во имя того, чтобы шататься. Все. Проход Талоса. Ну хорошо. Ну добрел я сюда. А дальше-то чё? Давайте, заспавните врагов тут. Я еще 3 раза рубану их и все. Вот, мишки. Давай, мишка. Это что такое? Зачарованный водопад, что ли? То есть остается только вот этот вот вход в каньон. И все, собственно. Ладно, пойдем. Досмотрим до конца эти локи. И уже попробую переместиться туда и посмотреть, что там за вход в каньон. Ни черта тут нету, кроме поломанных деревьев и волков. Блин, суки, мрази, твари. Все? Кончились. Замечательно. Трава такая высокая. Не, локации сделаны замечательно, конечно. Вот кроме того, вот острова Сирен. Просто из-за тумана там проседал FPS. Там слишком много всего понагрузили. Но тем не менее. Было прикольно. Так, я смотрю, там еще мишки понаспавнились. Волки, да? Ты где, маленькая тварь? Опять анимация сломалась. А, не, норм.
Ой, так. Тут есть вообще хоть какой-то выход? А, ну да. Это я, собственно, прошел вот так вот, получается. А это что за... Это просто гора? Да, это просто гора. Ну что ж, давайте к таинственной пещере. Так, и, собственно... Нужно идти вдоль этой горы и потом повернуть. Хорошо, так и сделаем. Нет, судя по всему, не так это было задумано. Да, определенно не так. Я упал под текстуры. Прикольно. Вырваться отсюда можно? Ну ладно, сойдет. Поворот, я так понял, дальше. Сайгачить по горам не стоит, а то можно упасть так в текстуры, что уже оттуда и не вернешься. Вот это вот, видели? Вот это вот. Это замечательная работа создателей. Япона мать, если вы смотрите это видео, блять, да как можно такие кривые текстуры делать? Но позалатывали бы хотя бы. Финальная версия, ебать вашу мать. Серьезно, что ли? Ой, блядь, зла не хватает. Ладно, черт с ним. Дорогие друзья, я повторюсь, я, собственно, не вижу, куда мне идти, поэтому вот появляется такая закономерная просьба для тех, кто знает, как выполнять вот эти вот квесты, да, куда нужно идти. Вот эти вот три, да? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях как можно подробнее, потому что, ну... Я не знаю, я не понимаю. Так, куда это я пришел? Хер его знает, куда я пришел. На самом деле. Но тут есть волки. Или кто это такие? Это олень. Это не волк, а... И это тоже олень. Ладно, давайте-ка пройдемся немножко, посмотрим хотя бы, где я. Там, по-моему, было что-то написано про долину вечного дождя. То есть это та же пиратская бухта. Аквирский храм. Оба-на. Вот так вот, значит. И тут, смотрю, какая-то разветвленная долина. Ладно. В следующей серии мы ее, собственно, осмотрим. Но вопрос про... описание вот этих вот трех квестов остается открытым, потому что куда идти я по-прежнему не знаю. В следующей серии, наверное, я еще не успею почитать ваши комментарии, но при этом, собственно, будем осматривать этот Аковирский храм, будем разбираться, что есть в этой долине. Там кто-то цветочков хочет. Ой, ладно. Судя по всему, место интересное, и серия не прошла зазря. Мы с вами осмотрели полностью остров Нирн и попали вот в такое вот ущелье. К сожалению, тут карты никакой нету, мы по-прежнему где-то в Скайриме, ну, не будем об этом, да? Ладно, спасибо всем, дорогие друзья, за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все как всегда. Всем спасибо, до новых видео. Всем пока!